особенности лженауки. Первое. Игнорирование или искажение фактов, известных автору. Это к вопросу о не совсем здоровых или, извините, жуликах. Вот и то, и другое – это принято. Дальше. Вот, ребята, вот это самое принципиальное, наверное. Нефальсифицируемость, как ни странно. То есть принципиальная невозможность поставить эксперимент, результат которого мог бы опровергнуть данную теорию. И тут смотрите, какая вещь. В научном поиске мы идем тремя разными путями. Мы идем от фактов, мы идем от проблемы или мы идем от модели. То есть от некой идеи построения мира. Вот то, что говорили о столкновении Кеплера с Галилеем, да, это столкновение моделей. Одна красивая, ну не правда, а вторая кривая, потому что не круг, а эллипс, но оказалась правдой. Модели очень часто оказываются ошибочными. Вторая вообще не модель. У Галилея была модель, а у Кеплера никакой модели не было. У него был какой-то в голове бред какой-то. Ну, конечно, он тоже нарисовал эти ошибочные. То есть, понимаете, тут пути разные, но в любом случае, если мы в итоге или стартуем с модели, то есть с теории, я вот использую слово, я сейчас испугался, вы знаете, что такое модель? Вот когда вы пишете уравнение какое-то, это уже модель процесса, формула. Да? Когда вы пишете словесное определение чего-то, это тоже уже модель. Она не формализована, так сказать, математически, но она формализована лингвистически. Так вот, если мы предлагаем некую модель, которая может быть подвергнута экспериментальной проверке, и можно найти такой эксперимент, который ее опровергнет, вот тогда это, вообще-то говоря, считается признаком науки. А вы знаете, интересно, что это определение родилось философом, по сути, Поппером, но он физик и философ, и нейробиологом Экклсом, который всю жизнь занимался нейронами, точнее, связями между нейронами, синапсами. Вот они вдвоем, значит, вот предложили вот это вот базовое понятие, да, нефальсифицируемость. Далее, вот очень принципиально, о чем говорили, отказ от попыток сверить выводы с результатами наблюдений при наличии такой возможности. То есть не хочу проверять, верьте мне, люди. Дальше, использование недостоверных данных, неподтвержденных рядом независимых экспериментов. Вот это принципиально. Понимаете, эксперты всякие бывают. К сожалению, эксперт, занимающий некую, так сказать, большую позицию, далеко не всегда является авторитетом в смысле знаний. Он по служебной лестнице туда продвинулся, теперь считает себя экспертом. Независимые проверки экспериментальные позволяют говорить, это, вообще говоря, факт научный или ненаучный.